«Орел и решка» на краю света. Это самый интересный и экзотичный сезон за всю историю программы. Далекие страны и неизведанные острова. Тайны океанов и великих гор. И самые захватывающие приключения на краю света. С этим справятся только самые отважные ведущие. Коля Серга и Регина Тодоренко. Они могут все. Добывать огонь. С легкостью ловить рыбу. Стоять на голове. И при этом петь. Парам-парам-парам. Кто из них проживет уикенд на краю света как миллионер, а кто всего на 100 долларов, как всегда, решает «Орел» или «Решка». Привет, друзья! Это Орел и Решка. Мы в Вануату, самой счастливой стране мира. А чего ты счастливой? Ну, потому что как ты, Коль? У всех жителей этой страны спросили, счастливы ли они. И, ты знаешь, почти все ответили, что да, счастливы. Итак, Орел. Решка. Итак, самого нитливого. Волнительный момент передачи. Готово? Давай на счет три поднимай мою руку. Раз, два, три. Крабик. Крабик, это же Решка, это я. Наконец-то, господи, прошло полгода. Давай карту. Да будет у меня счастье, Вануату. Вануату – это настоящий край света. Несколько островов, затерянных в Тихом океане. Здесь живут первобытные племена. Они ходят голышом и не знают, что такое электричество. 800 лет подряд здесь извергается вулкан Ясур. Здесь живут самые счастливые люди планеты. Каждый, кто прибывает на Вануату, первым делом едет в его столицу, город Порт-Вилла. Такси стоит дорого, но есть гораздо более дешевые способы добраться до города. И стоит он всего-навсего 2,5 доллара. Это автобус, который останавливается здесь, на углу. На Вануату действует уникальная система общественного транспорта. Она здесь представлена старыми микроавтобусами, которые ездят по городу без маршрутов. Водитель просто подбирает людей на дороге. Те говорят, куда им надо ехать, и он их везет. Вот так. За 2,5 доллара мне достался практически личный автобус, который отвезет меня в центр города. Водители маршруток на Вануату, наверное, самые беспечные в мире. Кого захотел, того и подобрал. Куда захотел, туда и поехал. My friend, are you happy? You happy? Cool. Он счастлив. Сегодня очень необычное путешествие. На весь уикенд я отправляюсь в первобытное племя Луинео. Племя Луинео. Эти люди не носят одежды.
не знает, какой сейчас год. И даже себе не представляет, для чего нужны наручные часы. Зачем, в принципе, нужно время. С этими людьми я буду есть из одной тарелки. Спать под одной крышей, если она, конечно, есть. И проведу сутки так, как жили люди 1000 или 10 тысяч лет назад. С Богом. Это будет самое опасное и необычное путешествие за всю историю Орла и Решки. Потому что первобытных племен на планете осталось мало, и добраться до них крайне тяжело. Такое путешествие могут позволить себе лишь очень богатые люди. Местные дикари знамениты тем, что на протяжении столетий употребляют друг друга в пищу. Ели они и белых людей. Теперь времена изменились, но племена продолжают жить в каменном веке. За 20 минут маршрутка довезла меня до центра столицы Вануату, города Портвилла. Have a nice day. Thank you, my friend. This is the center of the city, yeah? Как-то не очень похоже на центр. Портвилла — это, прямо скажем, никакой не город, а деревня из 10 кварталов. Но что тут есть из достопримечательностей? Парламент, парк и памятник русскому адмиралу Василию Головнину. Бюст установлен в честь 200-летия первых контактов России и Вануату. Мне кажется, первых и единственных. Вот и вся столица страны. Попадая в Портвиллу, сразу чувствуешь, что воздух тут буквально пропитан ленью и ничего не деланием. Такое впечатление, что люди тут вообще не знают, что такое работа. Жители Вануату ужасно ленивые. Пятая часть всех вануатцев вообще никогда нигде не работала. А зачем работать? Ведь с голоду тут все равно не умрешь. Еда на Вануату круглый год растет. На каждом дереве, на каждом кусте и буквально валяется под ногами. Поэтому люди тут целый день просто сидят. Или просто лежат. Самые непоседливые играют в игры. Но и то не в футбол или баскетбол, а в питанг, ленивую игру европейских пенсионеров. Такое ощущение, что местные ни о чем вообще не парятся, их ничего не заботит. Хотя нет, все-таки заботят. Их заботит, как бы шарик подкатился ближе к метке в игре «Питанг». Племя Луинео не знает денег. Поэтому 100-долларовая купюра здесь не больше, чем клочки бумаги. Вместо денег тут используют крупы, корнеплоды и курочек. Для того, чтобы войти в доверие к дикарям, я отправилась на местный рынок за дарами. Себе в помощь я наняла проводника, и двух носильщиков. Так вот, чтобы дикари дали мне спокойно пожить у них 2 дня, они дали по шее. В подарок им я купила 2 мешка риса. Which one is better? This one and that one. Okay. Парочка корней местного растения кавы.
I think we need this boss. Okay. И пара живых петухов. Ах, как же все-таки приятно чувствовать себя богатой госпожой. Все за тебя носят, все делают. Грузите. Я тоже решил пойти на рынок. Но только не чтоб кому-то подарки покупать, а чтоб самому прокормиться. Самое яркое место в столице Вануату – это Mama's Market. Ну, то есть, мамин рынок. Попадая на него, сразу понимаешь, почему он так называется. За прилавками сидят мамаши в смешных цветастых ночных рубашках и продают всякую съедобную всячину. Мамин рынок – это один огромный экзотический шведский стол. Креветки с зеленью, жареные бананы, какие-то корнеплоды, трава, рыба – все вперемешку. Чтобы на все это изобилие не садились мухи, мамаши без перерыва машут тряпками. Но уже через 5 минут от этого начинают укачивать. Тут продается готовый, так сказать, бизнес-ланч. Вот, например, на банановом листе сразу и местный корнеплод тара, и жареный банан, и куриное крылышко. Советую попробовать. Это тара с кокосовым молоком. It's plant or fruit? It's plant, yeah? Очень похоже на вареную картошку. Ну, даже на переваренную картошку. Но вкусно. А картошку я люблю с курицей. Поэтому возьму вот это тара-меню. Без колы, пожалуйста. Самое приятное на этом рынке то, что еда тут нереально дешевая. Мой обед стоит всего $1. По-моему, такие низкие цены тоже неплохой повод, чтобы быть счастливым на Вануату. Оказывается, в этой упаковке можно спокойно разогревать в микроволновке. Но самое приятное, что этот пакет можно спокойно бросить на улицу и не бояться за экологию красивой страны. За пить я себе взял сок местного фрукта нони. У нас, кстати, этот сок нони впаривает как чудодейственное средство от любой болезни. От насморка до диабета. По $40 за литр. А здесь нони пьют просто так. Литр стоит $6. Дикари живут глубоко в джунглях. Это опасное место для белого человека. Малярия, лихорадка денге и всякая другая зараза. Инфекции, к которым у белого человека нет иммунитета. Чтобы вернуться из племени, нужно безоговорочно соблюдать 3 правила. Правило номер 1. Никогда, никогда не прикасаться к дикарям. Потому что если после этого коснуться своей слизистой, глаз, губ, рта, в принципе, наверняка можно подхватить какую-то инфекцию. Правило номер 2. Не употреблять ту еду, которую едят дикари. Вести всю еду с собой. Потому что с гигиеной тут большие проблемы, и дикари после туалета потираются всего руками, извините за подробности. И правило номер 3. Даже самый маленький порез обрабатывать зеленкой или перекисью. Если этого не сделать, то гангрена обеспечен. И последнее. Меня предупредили о том, что деревня кишит крысами, тараканами и сороконожками. Нужно ехать по крутому горному серпантину. А дальше по зловещей пустыне из вулканического пепла. Виды тут совершенно марсианские. Потом дорога уводит в густые леса. Уличная еда на Вануату всегда свежая и 100% натуральная. Выращенная безо всяких там нитратов и пестицидов. Мясо отсюда даже возят в Австралию и продают там втридорога, как экологически чистый продукт. Курочка вкусная. Напоминает то, что мы на даче жарили. Ну что ж, попробуем тебя нони джус. На вкус уксус, перемешанный с прокисшим вином.
В общем, дрянь редчайшая. Ну вот он, край света. Земля Танна. Королевство Новые Гибриды. Племя Луинео. Это племя – одно из немногих сохранившихся на Земле первобытных племен. Жители не знают ни электричества, ни календаря, ни денег. Они говорят на том же языке, что и 5000 лет назад. Именно здесь мне предстоит провести выходные. Если вождь не будет против. My name is Regina. I'm very glad to be here, and this gift for you, for your brave ancient tribe, Luineo. В племя я приехала в 3 часа пополудни, то есть в разгар рабочего дня. Всю работу в племени выполняют женщины. Пока мужики сидят, они подметают. Пока мужчины лениво курят, женщины готовят еду. Таскают свиней. Собирают урожай. Мужчины племени Луинео ведут беззаботную жизнь. Они трутни. Разве что покажут ребенку, как добывать огонь трением. Идемте дальше. Кухня. Из чего состоит рацион местного дикаря? Всякие корешки, какие-то листья. Еще тут едят курочек и голубоглазых поросят. Вот сейчас Саи будет готовить обед. Давайте понаблюдаем за этим. На грязные палки натирают банан, кокос. А руки-то, руки, маникюр. Очень черные ногти. Одной из главных туристических достопримечательностей Портвиллы считается усадьба русского художника Николая Мишутушкина. На родине его почти не знают, но зато в этих краях он считается чуть ли не самым знаменитым художником Океании. Когда-то давно он перебрался на Вануату в поисках своего счастья. Да тут и остался. Какое все цветное. Я решил зайти и узнать, в чем секрет русского счастья по-вануатски. My name is Коля. Yeah, it's nice to meet you. Very cool t-shirt. It's... Кошка. Кошка?
Он говорит по-русски. Вы говорите по-русски? Немножко. Немножко. Николай? Я. Мишутушкин. Умла. Оказывается, художник умер 4 года назад. Но остался его друг, который чуть-чуть, но говорит по-русски. Это Алоиз Пелиока. Лучший друг русского художника и сам художник. Алоиз так обрадовался русской речи, что устроил мне экскурсию по дому. Николай и Алоиз посвятили всю свою жизнь возрождению искусства островов Океании. Объездили весь свет и собрали гигантскую коллекцию всяких интересных традиционных штуковин. Все поверхности в доме разрисованы какими-то яркими психоделическими рисунками. Как в доме у сумасшедшего. Так, надо ковать железо, пока горячо. То есть действовать, пока хозяин в настроении. If I want to stay for one night, it's possible. I can sleep on the street. If it's possible. Yes. Yeah. Cool. So I can stay. Алоиз, по-моему, так обалдел от такого вопроса, что разрешил остаться у него переночевать. И не где-то на улице, а в гостевом домике на берегу. О, так. Так это отличная комната. Можно жить. Садись. Окей, it's my bed. Cool. Вот так вот совершенно бесплатно мне досталась комната на ночь. С отличным видом на океан. А что? Самый дешевый хостел в Портвилле стоит $20 за койку в шестиместном номере. Почему бы и не сэкономить? I want to ask you about your about these things on your penis. For what do you need it? Там у меня нос там радин, мне дина лаубана нару, мне руи мне дина. Окей, вот это пенисит. Специальный чехол для мужского достоинства, который здесь в племени носят все мужчины. Носят его для того, чтобы... Носят его для того, чтобы защитить от окружающей среды. И сначала пенисит делает я не могу об этом говорить. Не варан там амрам ласик. Рамлафанига имой. Нига амурсион ислам. Когда ты говоришь, что там не бывало, это лобам. Не варан там амрам ласик. Возникает естественный вопрос гигиены. Мне рассказали, что люди из племени Луинео никогда специально не моются. Ну, разве что только под дождем. Иногда мужчинам приходит настроение танцевать. А вот на это стоит посмотреть. Что-то в этом есть. Танцуют они самозабвенно, так что даже входят в какой-то гипнотический транс. Такое чувство, будто перенесся во времени на 5000 лет назад. Когда солнце начинает клониться к закату, мужчины племени начинают готовить каву. Это такое местное вануатское наркотическое пойло. Женщинам видеть этот процесс строго запрещено. Но мне удалось подсмотреть. Каву в племени готовят так. Мужчины с самыми сильными челюстями сидят и отгрызают от корня куски.
Они их тщательно пережевывают и вместе со слюной сплевывают в миску. Потом все это процедят и будут пить в тесной мужской компании. В цивилизованных частях Вануату тоже все пьют каву, но готовят не так ужасно. Готовят его из корня местного растения, опьяняющего перца. Корень рубят. Отмывают от самых крупных комков грязи в грязном тазике. Затем несколько раз пропускают через специальную коварубку. Процеживают через старые штаны. А потом эту мутную жижу прямо так и пьют. Вкусняшка. Вечером в Портвилле заняться практически нечем. Поэтому местные собираются вот в таких вот кавабарах и пьют каву. Попробую-ка я, что это за кава. Алкоголь на Вануату дорогой. Его тут пьют только туристы. Зато кава стоит копейки. Поэтому местные мужики каждый вечер ее выпивают по 3-4 чашки. Where I can get some kava? Thank you. Многие считают, что именно благодаря каве вануатцы самый счастливый народ в мире. Hello, I want to buy one ticket. Пахнет сельдереем. Ну, попробуем. For happiness in Vanuatu, okay? Опа. Опа. Волнительный момент, когда не знаешь, что пьешь. А потом, короче, я пошел на рынок, прошел в ряд, где фастфуд продают, и купил какую-то странную штуку, хлеб ваш из кокоса, какой-то там сок, не помню. Беру я его, иду на набережную, открываю, пробую. На самом деле, эта штука ваша лап-лап фигня, но курочка отличная. Вылазит заново, ну и я с ними тоже попрыгаю. Очень, кстати, яркие пёстрые шмотки, такие, как вот, приблизительно у меня. Не знаю, как по мне, это кава. Тошнотворная гадость. Что-то не расслабляет. Пойду-ка я спать. Bye, man. Have a nice kava. Ночью деревня Луинео выглядит приблизительно вот так. Аборигены не знают электричества, поэтому вокруг такая темнота, что хоть глаз выколи. Как это паутина! Вечером вождь племени пригласил меня в свою хижину. Посидеть вместе с ним возле костра. Интересно, зачем? Языка я не знаю. С наступлением темноты все мужчины племени уединяются со своими женами. А вождь почему-то пригласил меня. И как-то странно он на меня смотрит. Все, пойду я. С меня хватит. В общем, ночевать я сегодня решила в домике на дереве, который построили дикари. Это у них такая смотровая башня. Попробую забраться. Так, соберись, тряпка, соберись. О, боже. Мужчины племени любезно перетащили весь мой багаж туда. Меня отсюда снимет только пожарный кран. Я
Ни крыши, ни мебели, только пол из досок и всего две стены. Замечательно. Ну вот он, мой домик в облаках. Уж и не знаю, чем я так приглянулся Алоису, но утром меня ждал роскошный завтрак. Тропические фрукты, свежая выпечка. Вот он, рецепт счастья для голодного бюджетного туриста. Отличный дедушка. Сначала мне показался немного сумасшедшим вчера, когда я пришел. А потом я понял, что он просто очень добрый, забавный. Спасибо вам большое, что меня приютили. Хорошо. Ну, я буду идти. Вы невероятный человек. Спасибо, что вы есть. Можно я возьму одну булочку с собой? Ну и один банан. Или два. Мало ли что. Вы же не против? Спасибо. Это была худшая ночь в моей жизни. Тут так влажно, тут так мокро. Я очень боялась проснуться с какой-то опухшей губой или опухшим глазом от укуса какой-то твари. Мое племя уже в полном составе на ногах. Здесь встают с первыми лучами солнца. Ничего не изменилось. Мужчины все так же валяют дурака, а женщины трудятся по хозяйству. И так изо дня в день, из года в год, из тысячелетия в тысячелетие. Наутро все вчерашние страшилки о племени забылись. И уже вовсю чешешь себе грязным пальцем слизистые, трогаешь аборигенов и ходишь по кустам. Не думать ни о чем плохом. Это ли несчастье? Утром я решил выбраться из Портвиллы и посмотреть другие достопримечательности острова. Интересно, сколько будет стоить доехать на такси? Only one. How much it will be cost to get to the Blue Lagoon? 5,000 there and 5,000 back. 5,000 there and 5,000. $50 в одну сторону. Okay, thank you. But за такие деньги я и пешком дойду. I don't know who is it. А вот такой реакции от вануатского таксиста никак не ожидаешь. No. Hands off. Take it back. Okay. Какой-то псих. В общем, проезд на такси стоит $50 в одну сторону. Это очень дорого, поэтому мне срочно нужно найти способ, как покататься по острову как можно дешевле. Старый добрый способ посмотреть остров и не потратить всех денег – арендовать мотороллер. Да, это, конечно, не Вьетнам, где такой же мопед стоит $10 в сутки. Зато теперь можно ехать куда угодно. Вождя племени все уважают и боятся. Но есть кое-кто, перед кем трепещет сам вождь.
В 10 километрах от столицы есть небольшой островок – Хайдэуэй. Он считается лучшим местом для пляжного отдыха. Туда мне и дорога. Единственное место, куда я могу выбраться с этого острова, это еще один остров. Hideaway Island. Хорошо, что хоть недалеко находится. И как же мне туда добраться? Hideaway Island. А вот, кажется, здесь паром ходит. Стоит 1250 вату. Это около 15 долларов. За такие деньги я сплаваю здесь недалеко. Я попросил туристов, у которых есть лишние 15 долларов, отвезти мой рюкзак на тот берег. А я уж как-нибудь своим ходом. И возвращаться уже далеко. Меня греет только мысль о сэкономленных 15 долларов. А вот паром уже в обратную сторону идет. Зато 15 баксов сэкономил. Ну что, теперь на остров. Bye. Bye. Nice to meet you. Остров Хайдэуэй. Добрался сюда абсолютно бесплатно. Одесские мальчики не пропадут нигде. Hello. Hello, welcome to Hideaway. Thank you. It's just an entry fee, like a day pass. You bought a ticket from here. Okay? Tickets. Ticket is $15 per person to come and visit the resort. But it's not paid for ferry. $15. It's not for the ferry, it's for the entry fee. Yes, you're right. Оказывается, 15 долларов – это не плата за паром, это плата за вход на остров. Нет слов! Плыть полкилометра с языком на плече, чтобы услышать, что паром был бесплатным? Ладно, не возвращаться же ни с чем. За 15 долларов на острове Hideaway Island вы получите стандартный туристический набор. Пальмы, песок, шезлонги и простенький бар. Ничего особенного. Но у этого острова есть одна изюминка, которая находится вон там. На дне, рядом с островом, находится единственное в мире подводное почтовое отделение. Пойду маме открытку куплю. Вот обрадуется. Hello, I want to buy postcard. Okay. This is... Yeah, из подводного почтового отделения отправляют только специальные, неразмокаемые пластиковые открытки. $4 за штуку. Писать на них нужно обычным карандашом. Кто стучится в дверь ко мне с аквалангом на ремне? Это он. Это он, вануатский почтальон. У-ху! Подводное почтовое отделение – это такая большая металлическая бочка на дне, напоминающая ларек. В ларьке сидит аквалангист, который изображает почтальона. Ему-то и нужно отдавать письмо. Вся эта затея – чистой воды туристический аттракцион. Но все равно круто, правда?
Вануату — это рай для романтика. Это же настоящий кайф. Мчаться на скутере по идеальной, абсолютно пустой дороге. И только рот открывать от красоты по сторонам. Путешествуя по Вануату, нужно обязательно проехаться между высокими стенами первобытной зелени. Нужно найти потайную лагуну нереальной красоты и прыгнуть в ее бирюзовую глубину. Нужно обомлеть при виде его водопадов. Нужно поразиться странным привычкам его жителей. Are you happy, man? Вануату — это место, до которого еще не добрался бешеный темп больших городов и показушная роскошь дорогих курортов. Жители Вануату до сих пор не испорчены деньгами, а значит, если вам здесь улыбаются, то это абсолютно искренне. Ребята, вы воняете невыносимо. Дикарям можно приходить на вулкан только по особым случаям. Все-таки он для них бог. Ну все, дальше им нельзя. Ката, фамили, фамили. Вулкан Ясур — это кратер диаметром в 500 км. Он подкидывает прямо горящие куски. Уже 800 лет без перерыва он извергает лаву. Такого в Орле и Решке еще не было. Это самое страшное, самое захватывающее и самое красивое зрелище на краю света. Вот он, бог Вануату во всей своей страшной красе. Древняя адская мощь. Такие моменты ты не можешь сдерживать свои эмоции. Ради такого стоит путешествовать. Это невероятно. Это были самые несбываемые 2 дня в моей жизни. Я желаю вам того же. Вот бутылка, вот 100 баксов. Прячу специально для вас. Если вы вдруг окажетесь на Вануату без денег, отправляйтесь на остров Тана, прямо на край кратера вулкана Ясур. Если стоять на смотровой площадке спиной к кратеру, в 15 метрах можно увидеть торчащие из-под земли остатки плаката. Прямо под ними груда камней, в которой и спрятан клад. После 2 дней на Вануату я понял, почему эту страну называют самой счастливой в мире. Во-первых, они живут вдалеке от всех мировых передряг, войн, катастроф и вражды. А во-вторых, местные жители умеют радоваться тому, что у них уже есть. После 2 дней на Вануату ты покидаешь эту страну, переполненной впечатлениями. К
Где еще в мире можно буквально за час перенестись из цивилизации в каменный век или даже на другую планету? Вануату – это настоящая дикая жемчужина на краю света. Это была худшая ночь в моей жизни. No. 100-долларовая купюра здесь не больше, чем клочки бумаги. Зато 15 баксов сэкономил. Как же, ребята, вы воняете. Меня это не понесет раз в два месяца. Where I can get some cover? Такие красивые звезды. Я где-то читал, что по статистике в вулканах погибает в среднем один человек в два года. Ну, надеюсь, не придется финалку писать одному. Ну, конечно. Это я! Выходи давай. Бай. Ну что, как ты? Как? У меня были самые странные выходные. Я никогда еще так не нищенствовала с этой золотой картой. Ну, что было круто. Я видела извержение вулкана. Это просто нечто. А я пытался разгадать секрет счастья вануатцев. И знаешь, что я понял? Что никакого секрета нет. Они сами и есть счастье. Им вообще не нужны все богатства мира. Все необходимое им дает природа. И они этому рады. Вот бы мне сейчас природа дала ванну с горячей водой. Да. А вот бы мне сейчас природа дала ужин. А хочешь, я тебя угощу? Ужином? Да. Конечно, а я тебя угощу в ванной. Что? У меня осталось немножко в бутылочке. Полью на тебя сверху.